Празднование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне артисты МДТ имени Марка Бравуна представили жителям Донецкой Народной Республики серию концертов под названием «Победа одна на всех». Стартовал 1 мая в селах на юге ДНР – Лебединское и Павлополь. В программу были включены песни военных лет и современные патриотические композиции, а также хореографические номера. В концертных программах были задействованы артисты драмы, вокалисты, оркестр и балет Донецкого музыкально-драматического театра. Чтобы охватить как можно больше площадок в праздничные дни, труппа разделилась на две группы, чтобы можно было давать по 4 концерта за день. Зрители остались довольны от увиденного. В адрес донецких артистов из зала звучали слова благодарности. Многие просили гостей приехать вновь. Зритель принимал очень хорошо. Вот в Лебединском, особенно в Павлополе, подарили цветочки. Было очень хорошо, теплая атмосфера. Зал, ну, просто замечательный. Спасибо всем, все было просто супер. Солисты все умнички, и вокальные, и танцевальный коллектив. Ребята старались, ребята показали все нам душу, мы аж до мурашек, у нас все пробежало. Также праздничная концертная программа была представлена жителям сел Розы, Люксембург и Маркина Новоазовского района. Стоит отметить, что выступления артистов посмотрели более 2500 зрителей. Такие патриотические туры по городам и населенным пунктам республики стали для донецкой муздрамы уже традиционными. Артисты с большим удовольствием принимают участие в таких акциях, вкладывают душу в каждую песню, делятся своим творчеством. Очень благодарна всем нашим артистам, которые сегодня посетили нас своим вниманием, своим выступлением. Представлен был обширный концерт, который дал заряд энергии и сил всем жителям села. Все вышли очень довольны, с большими словами благодарности. Приезжайте к нам почаще, мы рады вас видеть. Замечательный концерт, все вообще, слов нет, одни эмоции. Девочки станцевали с ребятами. Красота! Вот нам для этого было, конечно, приятно посмотреться. Тур Донецкой муздрамы по городам республики проходил в рамках акции «Победа одна на всех», инициированной Министерством культуры Донецкой Народной Республики. Всего в праздничные дни артисты посетили 32 населенных пункта Донецкой Народной Республики.